Так, всем привет, с вами я, Дмитрий Ваченко, и вы на канале Binance Play Channel. И сегодня у меня прилетел вопрос Skype, как же удалить текст с этой картинки. Для этого нам нужно взять выделение, ну, точнее, просто выделение. Так и сделать. Обрезаем картинку. Надо только часть. Берем. Вот, как видите, текст залазит на скин. Это как бы авторское типа право. Берем предмет прямолинейное лассо. Берем ее и так выделяем краешку. Это мы уберем лишний текст, который нам вообще не нужен. Ее на прозрачном фоне, так что очень легко убрать. Выделяем и нажимаем удалить. Выйдем текст из лосси. Вот. Так у нас уже лучше видно, что удалять. Так же внизу на ноге. Где у нас упала проблема. Конечно, плохо видно. Что и как удалять. Ну, вот так где-то. Примерно. Начнем с руки. Итак. Для этого нам нужно взять такой инструмент, как заплатка. Этот инструмент будет в этом меню. То есть, прям заплатка. Выделяем этот регион вот так. Нажимаем на этот регион и перетягиваем вверх. Вот так. Видим, что у нас есть такой черный квадрат. Это также выделяем. Тянем сюда, выделяем тут и перетягиваем сюда. Вот у нас. Еще поиграть чуть можно. Вот у нас на руке нету текста. Тут также тут. Раз. Раз. Рубашки. Вот. Нету текста. Так, теперь ослабилась нога. Но если мы выделили так на ноге, вот, останется такой белый. Для этого мы берем, приблизим, берем кисть, мягкую кисть, выбираем, ну, нажим где-то 12, выбираем черный цвет и так слегка затемняем его. Совсем чуть-чуть так. Вот так получается у нас. Даже вот так-то. Берем также заплатку. Выделяем регион. Выделяем регион. Вот так-то. Реальные пиксели видим нам. Что у нас уже нет, но вот видим, как тут у нас остался маленький этот. Читаем его вот так вот. Убираем. Все готово, теперь подгоним. Ну, конечно, скажете, что это все можно в 3D Max сделать. Ну, для тех, у кого нет 3D Max и так далее. И тем более, это еще использовать можно для разных целей. Например, убрать какой-то ненужный объект на картинке и так далее. Можно использовать по-разному. И он нереально в некоторых случаях очень хорошо помогает. Все, всем спасибо, до свидания.